сегодня хочу рассказать вам о такой ужасной штуке, как гайморит. А точнее, как я от него избавился. Что я только не пробовал. Ничего не помогало. Заливал водой. Всякой горячей. Соленой водой. С марганцовкой. С лептоцид засыпал себе. Кучу таблеток дорогих из фантуку. Медом мазал. И даже красная звездочка не спасла. Но случилось счастье, точнее несчастье. Меня увезли в больницу. Да, но оказалось, благодаря этому я и смог вылечить гайморит. Ведь мне вкололи офигенный антибиотик под названием цефтриаксон. Целый год я мучился от этой напасти, а вылечился, получается, за один день. Что ж, хвала великому Хоффману Ле Роше, создателю цефтриаксона, мазорацепин. Спустя 3 года могу смело утверждать, что мне помогло. Чего и вам желаю. А на этом у меня все, друзья. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И, конечно, подписывайтесь. Всем пока.